The next one called TLC. Следующее движение называется TLC, часть группы TLC, которое движение, которое они использовали в своей сценической хореографии, которое было поставлено некоторыми пионерами хип-хопа. Как делать движение? Мы используем блоки, то есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Направление головы совпадает с направлением локтя, то есть